Хорошо, я буду следовать за Джонс. Ну что, Бейонсе, погнали. Вспомни что-нибудь. Как там Джей-Зи поживает? Кто такой Джей-Зи, честно говоря, я даже не знаю. Да-да-да, давай. Муа, муа, как дела? Давай, чмокни меня, у тебя такие губы силиконовые накрашенные. Шикарно. Шикарно. А я-то думаю, кто у меня рядом с татуировкой засоса ставил на пол шеи? Я-то думал, что у меня кто-то ушатал, синяк там оставил. Это, оказывается, твой засос был. Не ходи, ты раздражаешь меня, когда ты ходишь туда-сюда. Это бесит. Каррингтон? Мангуст, Каррингтон? Что тут за хрень вообще? Кто приглашал меня на этот маскарад смерти? Я не хочу быть главным героем в ваших грязных, вонючих делах. Так, что? Круто, знаете, как будто я оказался в каком-то комиксе о Спайдермене. Здесь все так интересно. Ууу, не хватает только Питера Паркера, который бы летал здесь. Ништяк. Сюда. Что ты мне даешь? Крюк? Я пойду первый. Так ты, оказывается, еще женщина-кошка. Ууу, красота. Какая попка, какая фигуря. Куда? Куда забрала? А меня? Теперь ты? Хорошо. А что надо нажать? Действие, чтобы выследить, зацепиться. Удерживайте огонь, чтобы подниматься вверх. Так, еще раз, пожалуйста. Что нажимать? Я хочу наверх. Вот козлы, неужели нельзя было забиндить крюк на, к примеру, на колесико? Вот так вот, ну нажимай колесико. Что ж такое-то? Черт, не работает. Гарпун не работает. Это фейл. Это просто фейл. Значит, вообще прикольно. Оказывается, у меня есть аптечка. И что у меня еще есть? Давайте посмотрим. И гарпун, отлично. Ух ты, прям как в детстве. Только в детстве это выглядело немножко вульгарней. Так, можно раскачаться. Ништяк, вообще ништяк. Классно. И что делать дальше? Как отцепиться? Как отцепиться, вашу мать? Хорошо. Тебе ко мне не надо. Круто, конечно. Безусловно, очень круто. Как отцепиться от этой хрени? Так. Хорошо, значит, раскачиваться я умею. Это просто. Блин, а? Херня какая-то. Как отцепиться от этой штуки? Убью разработчиков правления. А, тихо. Есть, кажется, понял, в чем прикол. Тихо, 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 еще раз. Так, наверх. Хорошо, ну что, мы приземлились. Это очень круто. Отцепитесь, пожалуйста, отцепитесь уже. Отлично, значит, с горем пополам мне... У меня получилось отцепиться. О, блядь, ненавижу это. Все, я больше никогда не буду использовать крюки. Я не такой ловкий, как ты. Я ожидаю звонка от осведомителя. Он знает, где они держат. Ты бы для начала рассказала мне, кто такой Каррингтон. Так, наши осведомители. Пошли. Осведомитель дел местной управы. На-на-на-на-на. Хорошо. Да. Очень хорошо. Так, значит, двигаемся. Вон наш осведомитель. По-моему, он нацелен стрелять по нам. Так, значит, я должен спуститься. Я должен спуститься. И думать дальше, что делать. Как здесь быть, что, куда идти. Так. Угу. Хорошо. Так, ну здесь опять же надо, наверное, будет крюком пользоваться. Который я так не люблю. Да, видимо здесь. Видимо здесь надо будет спуститься. С помощью этого чертового крюка. Фейл, конечно же, фейл. Нет, не надо спускаться. Да. Что ж такое-то, что ж тут делать-то? Куда бежать?
Это понятно. Так. Что ты мне даешь? Снайперскую винтовку? Дура, ты не могла мне ее раньше дать? Ну, пару секунд назад. Альтернативный огонь для увеличения. Вообще заебца. Хорошо. Что у нас такое? Так, я, значит, видел, там был один упоротый, он думал, что он самый крутой, да? Облюдок. Получил щит. А я надеюсь, что ты теперь отправишься куда-нибудь к праотцам. Так, ну что, погнали, моя чернокожая бестия. Где ты? Эй. What's up, док? Хорошо. Так, ну что ж. Кто еще остался, желающий отведать свинца? А, во. Блин, тебя вообще не видно. Фейл, ёпта. Упал, наверное, больно было падать. Спускайся с другой стороны. Спускайся с другой стороны, я прикрою тебя. Вот, отлично. Это то, что надо. Это то, что доктор прописал. Отлично, погнали. Ну. А, черт, я думал, что я умру и упаду. Казалось, все намного проще. Давайте спустимся. Шикарно. Так, у нас есть снайперская винтовка. Я должен как бы радоваться тому, что у меня есть такое оружие. Но я ни хрена не счастлив. Потому что здесь куча уродов, которые хотят моей смерти. Привет. Четко, я, честно говоря, даже не понимаю, почему я так метко стреляю в голову. А, может быть, это зависит от того, что я был каким-то супер крутым агентом. Одни хедшотики. Честно говоря, одни хедшотики раздают только котики. Какая рифма, блин. Может быть, я еще и писателем был. Какие-нибудь классные стихи про любовь там писал. Да нет, наверное, нет. Обычный человек, который убивает людей по заказу. Да. А проще говоря, киллер. Ну что, входим. Так, нежданчик. Подкрался незаметно. Привет. Оп. Хотел тебе по яйкам стрельнуть, но получилось так, что я стрельнул тебе не по яйкам, а, к сожалению, попал в голову. В принципе, думаешь, ты как раз тем местом. Ну что, Уинслоу? Уинслоу банк, реклама. Ну что, красавица моя, давай бежать. Ишь, дорогая, куда ты побежала? Хрена себе ты делаешь успехи в прыжках в длину. Ну я, наверное, не смогу так прыгнуть. Попробуем. Хрена себе. Честно говоря, говорят, что чем дальше ты прыгаешь, тем дальше ты запрыгнешь. Ну, я согласен. Привет, товарищи. Так, один здесь. Ты думаешь, я тебя не вижу? И тебя тоже? Какой белобрысый уродец, а? Так, что-то мы подобрали. Что, это снайперские патроны? Это круто. Это определенно крутяк, у меня есть снайперские патроны. И есть немножко дрободана. Тихо. Девушка, вы должны жить, потому что я так хочу. Я должен вас прикрывать, мадам. Для этого я взял свой дрободан. Так, там снайпера. Поэтому мы поиграем сейчас в Джеймса Бонда. Так, присели, прицелились. Отлично. Шикарно. Сейчас будет прямо в яблочко. Пуп. Шикарно. Фейл. Так, значит, там еще один. Мне это определенно нравится. Наверное, в детстве я любил стрелять по голубям. Так, еще раз. Не получается. Отлично. Удачного полета, брат. Значит, там еще один где-то был, зашкирился вроде бы, да? Отлично. Ну что, лови, привет. Хорошо, мне это нравится. Мне это определенно нравится. Я не понимаю, почему мне нравится убивать людей. Обычно многие этого боятся. Так, здесь тоже прыгать. Шикарно, мы перепрыгнули. Бежим дальше. Ну что, Джон, стопроцентная жизнь ты моя. А у меня бронька 141 жизни. 66 жизней, 90 жизней. Охренеть! Как классно ты вырубила этот забор. Прости, заборчик, прости, заборчик. Она не хотела, она не со зла. Ну что, уроды, выходите. Выходите, уроды. 13-й уже здесь. Так, сюда надо зайти, наверное. Вот, получается. Черт. Говнище, конечно, происходит. Горячие скидки в Эльдорадо, ёпта. Выр, ёпта. Выр. Тихо. Ты чё?
Ты че, шипокляк, ёпта? Смотри, беретик твой выпал. Жива? Жива. 11% не так уж и много. Твою мать, ну как? Зачем ты прыгаешь так? Я понимаю, что черножопые, они могут прыгать, они ничего не боятся. Но я же белый. Черт, отлично. Хорошо, хорошо. Что не обосрался? Да. Эй, чернокожий, я понимаю, что здесь темные помещения. Может и быть здесь? Эй, Джонс, ты здесь? Просто ты можешь сливаться с темными углами в помещениях, поэтому прости уж, я не расист ни разу. Джонс? Джонс, ты где? Ага, вот ты где. Джонс, вот ты где, дурочка-то моя, чернокожая. Понятно. Что там у тебя? Каррингтон был арестован генералом Стэнвиллом. Его содержат в Изумруде, военной базе в Апалачских горах. Я пока не знаю, зачем Стэнвиллу нужно, чтобы Каррингтон был подальше от Пента... Честно говоря, много лишних имен, которые мне абсолютно ни о чем не говорят. Дай мне РПГ. Возьми на полочке Skyrim, ёпта. Тихо, 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 ша. А? Так, это фейл. На что? Давай расправимся с ними. Так, здесь определенно надо воспользоваться снайперской винтовкой. Привет. Тихо. Хорошо. Но не очень-то. Ну что, Гарри Поттер? Хогвартс больше тебя не примет. Так, там вертолет. Видимо, нам надо успеть на этот вертолет. Хорошо. То, что мы сейчас и сделаем. Для этих дел я даже пистолет возьму. Ну что, побежали. Все чисто, сэр. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, что-то здесь. Ничего полезного, как обычно. Как обычно, ничего не полезного. Мы продвигаемся с ней к этому вертолю. Привет. Неужели ты такой тупой, что ты хотел стрельнуть в меня с РПГ прямо в упор? Ты бы сам умер, от тебя бы ничего не осталось. Тупые враги. Честное слово. Тихо. Предупреждайте. Что это такое? Отключите систему безопасности посадочной площадки. Мое было задание, и я это выполнил. Я знаю, что я круче, чем Джеймс Бонд. Давай быстрее, блядь. Отлично, молодец. Черт, по яйкам, у тебя что, железные стальные яйца, ублюдок? Как же можно так долго стрелять по тебе? Так, ты меня уже достал, твою мать. Все, больше никого нету. Кажется, больше никого нет. Теперь можно сесть в этот чертов вертолет и улететь. Ну что, полетели. Уровень завершен, шикарно. Давай, в этой серии мы... Как вы видели, что вместе с агентом Джонсом мы пробрались от здания ФБРовцев по крышам и теперь направляемся в какие-то сраные горы спасать какого-то сраного перца, генерала. Милитари Бейс, военная база Эмералд. Сколько-то там время было, неважно в принципе. Картонные вертолетики летают на фоне картонных человечков, которые охраняют эту базу. Значит, сейчас мы попадем на эту базу. В лучших традициях шпионских боевиков будем всех вырубать, конечно же, с метательных ножей или какого-нибудь говна-арбалета. Да-д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 а. Да, отлично. Хоть зимой повоюем, уже хорошо. Ну что, я готов. Я только пуховик одену, там сандалики потеплее, труселя поплотнее. Проникните на базу. Мне говорят, что я должен проникнуть на базу. Все грязное задание, все говнище всегда выполняется мне, потому что у меня амнезия, можно ссылаться на то, что я ни хрена не помню. А, твою мать. Опять какие-то воспоминания, то есть какой-то крутой Рэмбо, или какой-то командос, можно бы сказать так, взял и убил какого-то солдата, твою мать. Так, черт, похоже на Call of Duty, только здесь рисовано все. Хотя Call of Duty тоже особо. Сосульки, это круто. Сосульки, это круто, так же круто, как две двухмерные птицы, которые вылезли из снега. Даже боюсь представить, что они там делали. О, холодно. Тут довольно холодно, у меня уже щечки подрумянились. Хорошо, что у меня есть? Ништяк, вообще, у меня арбалет есть с прицелом. Хорошо, арбалет это всегда круто. Привет, как ты меня услышал, друг? Я же был такой беззвучный. А, твою ж мать. Да сдохни ты, сдохнешь, козлина. Еще один готов. Че,
черт, я, честно говоря, даже не понял, как он меня заметил. Я же самый крутой, что это такое? Я же офигенно крутой бесшумный агент, 13-й. Тихо. Это очень плохо, дорогие друзья. Так что давайте будем аккуратно действовать. Так, ну что, надо поаккуратненько его вырубить. Опа, ништяк, прямо в глаз. Хорошо, что это... Это тебе не Skyrim, ублюдок, где стрелы застревают в полужопе. Ништяк, Валера, ништяк, вообще. Какой Валера? Какой ништяк? Что за хрень мы несем вообще? Так, еще один где-то здесь, походу. Опа. Ну что, словил стрелу ртом? Да, ты не Дэвид Копперфильд, ты явно так не умеешь делать. Хорошо. Это мне не нравится. Хорошо. Я же говорю, а, тебе, тихо. Это очень плохо. Смотри, в штаны не наложи. Твою мать. Эпический фейл произошел. Так, значит, те, что справа увидели трупы, те, что слева, сейчас они побегут, увидят меня и начнут меня мочить. Конечно, пока я думал... Меня быстро прибежали и хотели замочить. У меня 30% здоровья. И что я могу сказать? Я могу сказать только одно, что я практически ходячий труп. Зато у меня есть М16. Это очень охрененно круто, что у меня есть М16, и у меня есть две аптечки, которые я сейчас быстро использую. Да, круто. Круто. Такое что-то за говнище. Картонный хаммер, это всегда было круто. Так, можно сесть? Нет. Сесть, к сожалению, нельзя. Зато у меня есть... Клик, клик. Круто, у меня подствольных гранат нету, зато есть крутая анимация. Клик, клик. Да. Все-таки тут свежий воздух, приятно. Я могу дышать свежим воздухом, но это очень мало влияет на то, что я ни хрена не помню. Я ни хрена не помню. Ну что, подползем к этим ублюдкам. Давайте убьем сначала жирного, потом убьем худого. Отлично. Так, они свалили. Давай оставь меня здесь умирать. Привет. Что, урод, не ожидал? Да, какой же из меня в сраке скрытый секретный агент? А, у меня нет метательных ножей, у меня есть кулаки. Давайте кулачками будем действовать. Хорошо. Похоже, там что-то происходит. Смотрите, какая интересная получается дилемма. Я лучше подожду. О, у меня есть 9 патронов, вообще ништяк. Опа. Шикарное завершение твоей жизни. Из моей стрелы арбалитовской. Так, там еще один упоротый. Привет. Оп. Уа-уа-уа. Да-да-да, вот такой вот фейл получается. Эй, тихо. Так, вон ходит, как кажется, смотрите. Отлично, молодец. Мистер Роналд, вы отлично стреляете. Так, там можно пролезть, я смотрю, вентиляция. Но что мне это, блин, дает? А ни хрена это мне не дает. Я только трачу стрелы на всяких тупых болванов, которые должны здесь что-то патрулировать. Хорошо. Смотрим, что у нас там. Кто есть живой? Кому стрелу? Ограничение скорости 10 километров. Это ваши картонные говномашины и то больше не проеду, чем 10 километров в час. Ну все, я больше здесь никого не вижу. Отлично. Сюда можно зайти, но я не знаю, стоит ли это дело. Здесь очень много убитых. Привет. Недолго, да, братишка, ты издевался над честными. Черт, твою мать, бегом отсюда нахер. Нахер. Так. Хорошо, когда у тебя в обойме 0 патронов. Ты можешь воевать, чувствовать себя героем. Так, тихо. Может быть, присесть? Я думаю, мою коленку не будет видно. Так, я вижу у него РПГ. Это очень плохо. Если то... А нет, то дуло от М16. То никакое не РПГ. На! А! Черт! Черт, как же плохо все! Есть. На жопе шерсти я его убил. У меня один патрон в сраном арбалете. Гидрободан! Значит, я пока что не понимаю. Я вижу, что здесь есть белые солдатики и есть зеленые солдатики, которые друг с другом воюют. Так, броньку я возьму, пожалуй. А помимо того, что у меня есть бронежилет, у меня есть еще немножко брони на голове. Каска. Прикольно, да? Называется каска. Патрончики для М16 я уже взял. Так, понабежали. Понаехали тут. Уроды. Смотрите, какой
крутой дядя попался. А, тихо. У него была полная броня, смотрите. Их реально сложно убить, потому что у них очень много брони. И мне пришлось попотеть, потратить значительно больше здоровья. Я мог, конечно же, выбрать пистолет и убить их с пистолета, тем самым стреляя в голову. Обычно везде, не только вот я в играх видел. И вообще в мире все умирают с одного попадания в голову с пистолета. Но, как видите, здесь что у нас такое? Что за рычаги? Bridge Power, энергия моста. Значит, это управление, видимо, отвечает за подачу энергии на мост. Хорошо. Опять ты. Что ж такое-то? Как же ты мог так поступить со мной? Очень много. Я вообще-то жалею, что сюда пошел, честно говоря, потому что меня чуть не убили. А умирать здесь я не хочу. Я все-таки хочу узнать, кто я, почему я, что я здесь делаю. Какие мои цели вообще? Блять, опять. Сколько же можно уже? Блин, какой живучий урод попался. Сдохни, сдохни. Почему я вообще стреляю по нему с пистолета, если у меня есть М16, который я взял только что патроны? Да хрена патронов. Я просто весь, во все карманы у меня патроны лежат от этой М16. Хорошо, я вроде бы здесь все сделал, теперь я могу выходить и идти дальше. Отлично, беретик. Или это не беретик, или это кровь. Хрен поймешь, короче говоря. Ну что, я вылажу отсюда. Здесь мне больше делать нечего. Значит, там что-то было Bridge Power написано. Значит, я где-то что-то активировал. Какой-то Bridge Power. Шикарно. Так, что это мы сделали? Хорошо, мы сделали мост. Это очень круто. Теперь я могу здесь перебраться. Так, слышу разговоры, значит, надо быть очень аккуратным. Давайте попробуем в лучших традициях жанра. Я подберусь аккуратно по этим ящикам. А, черт, говно какое, я случайно нажал выстрелы. Сейчас ублюдки повыбегают и сразу поймут, что я здесь есть. Какой из тебя сраный агент может быть, если ты так выдаешь себя, урод? 13-м еще называешься. Какой ты 13-й? 13-й. Так, тебе повезло, что тут только один был. Было бы несколько, было бы хуже. Привет. Черт, у меня М16 заклинило. Хотел выстрелить меньше, получилось как всегда. 68% жизни, мы сейчас мы чудом сделали 92. Вообще-то круто, честно говоря, мне нравится. Давайте уберем мост, потому что вражина, может быть, захочет перебраться ко мне. А теперь у них этой возможности не будет. Да, да-да-да. Бугага, я очень крут. Туннель. Шикарно, туннель. Туннель это круто. Если бы я еще знал, как его открыть, было бы вообще круто. Значит, мне, видимо, надо туда, да. Хорошо, крюк. Крюк, где мой крюк, что это такое? Что за хрень? Что это, можно дырявить колеса, нет? Вообще это похоже на отмычку, да. Круто ты блеснул. 13-й у мишкой. Так, значит, надо зацепиться. И сделать это, скорее всего, надо будет, поднявшись по этим хреням наверх. Они именуют себя ящиками. Я их именую хренями. Так, значит, я уже здесь. И здесь можно подняться. Опа. Да, жалко, у меня в детстве не было таких игрушек. Были плохие, деревянные. Плохое детство. Так, хорошо. Я поднялся. Я поднялся. И от того, что я поднялся выше, теперь мне еще больше холодно.